сказать, мы регулярно будем совместно с Министерством соцзащиты делать такие рейды, не только проверять льготные карты, но и смотреть состояние транспортных средств, тепло в салоне. И жалобы есть такие, что как бы водители себя по-хамски ведут, поэтому эти рейды будут регулярны, и эти вопросы мы будем уже решать на месте, непосредственно уже на линии. Это самые основные жалобы, получается, вот на хамское поведение водителей? Да. Но это не только сегодня, а в целом имеется в виду, или вы вот по итогу? В целом, да. Угу. А еще на что люди жалуются? Ну, сейчас жалуются на то, что это. Сейчас жалуются на то, что в час пик трудно добраться из-за того, что у нас действительно проблемы, как и говорилось, с мобилизацией. Мы сейчас снимаем автобусы, возим мобилизованных. Все знают, да, что у нас тут в арт-училище, учебный центр, мы мобилизованных возим в Рыбчик. Поэтому приходится снимать автобусы и с линии, и они возят. Временные, так сказать, трудности есть. Угу. Спасибо.